Так, вот как это все раньше было и происходило. К сожалению, у меня фотки потерялись, поэтому из контакта возьму. Значит, вот кондиционер, пятерка. Я понимал, что пятерки не хватит мне на три комнаты, поэтому решил его сильно не разламывать, для того, чтобы можно было потом его вернуть в первоначальное состояние. Вот эта вот часть у нас приточная. Вот этот вот кожух весь вокруг, это как бы вытяжная часть. Приточная часть потом изолировалась сверху черной изоляцией. Ну, любой изоляцией, какая у вас есть. Вот так вот оно воткнулось. Вот это вот тут раньше была решетка. Я ее убрал, сюда оно воткнулось. Сверху заизолировалось. Потом наделась общий кожух, вытяжная часть. Вот так вот это получилось в конечном итоге. Сверху это тоже все потом заизолировалось изоляцией. Вот это вот приточная часть, вот это вытяжная часть. Дальше идем. Ну и потом я это соединил трубами, которые уже пошли в комнату. Сбоку сделано такое окошко. Для чего оно сделано? Во-первых, через него можно почистить фильтр кондиционера, вон ту сеточку. Во-вторых, через него можно покрутить органы управления, там скорость вентилятора, термостат. Вот. Ну и в-третьих, если это окно открыто, я там делал замеры, получается, что примерно половина воздуха у нас идет из комнаты вытяжного, а примерно половина с улицы. А здесь, в этой камере, в первой, они все смешиваются, а потом охлаждаются и подаются в комнату. То есть, соответственно, в комнату у нас подается больше воздуха, чем вытягивается, и излишки воздуха удаляются через естественную вентиляцию. Вот. Потом такая система мне не понравилась, потому что у меня управление кондиционером, чтобы не лезть в его автоматику, просто происходит подача питания. И получается, когда у меня комната охладилась достаточно, кондиционер выключается, и притока воздуха, соответственно, нет. Поэтому я потом, на другом видео там видно, вот сюда вот приделал трубу, сотку, и вставил в нее приточный вентилятор, который подает мне, ну, я там мерил, 60 кубов в час, примерно там 50-60, чего мне достаточно для одного человека. И этот вентилятор, который я сбоку приделал, он управляется отдельно. То есть, когда у меня кондиционер весь выключается, приток у меня в комнату продолжает подаваться. Все.